Самая неблагополучная в противопожарном плане обстановка наблюдается на территории Меленковского и Муромского районов. Больше всего погибших в Петушинском районе и городе Владимире. В этих районах показатели превышают среднеобластные в 6 раз. К профилактической работе привлекаются органы власти на местах и добровольцы. То есть проводятся подворовые обходы, проводятся обходы, особенно внимание уделяется лицам, относящимся к группе риска, то есть это одинокие, престарелые, лица, ведущие социально опасный образ жизни, то есть многодетные семьи. Мы уделяем этому значительное внимание, чтобы не допустить каких-то происшествий.